9 октября 2023 года, город Дивногорск, улица Набережная. И вот напротив магазина «Батон» переходим пешеходный переход. Что-то походил, посмотрел, что утки стоят, ждут свою порцию хлеба. Я вот не пожалел 22 рублей своих, вот купил хлеб. Сейчас я их буду кормить. Повторюсь, кормить я буду хлебом на улице Набережной. Почему я буду кормить хлебом? Потому что если я их не кормлю, то они могут до утра сдохнуть. Не потому, что они тут, что их надо пшеном кормить. А я вот повторюсь. Не покормите уток, они сдохнут. Это животные. Здравствуйте. Здрасте. Сейчас, секундочку, подожди. Сейчас, подожди, секундочку. Да, не говори. Да. Да, где можно встретиться с Дивногорским? Только на набережной. Ну вот сейчас еще раз. Сейчас я закончу съемку и накормлю уток, потому что уже холодновато и руками руки мерзнут. Ну все, пока. Не забудьте идти на набережную покормить уток.